что же значит быть творцом? Что же значит? Не таким, как все, не нормальным подлецом, быть разбитым от любви, режиссером, снимающим сны. Вопрос за вопросом, информация за вопросом. Кто такой творец и в чем же его сила? В правде, в таланте, для всех нас одна могила. Творец — это тот, кто держит в себе силу Бога. Не справляется с ней, умирает от ожога. Страшные кошмары сидят внутри него. Один лишний шаг, для всех он идиот. Выпустив свой мрак, погубит тот себя. Для всех он клоун, но для кого-то он тропа. Тропа вдохновения. Настоящий кумир, и за него поклонники создадут идеальный мир. Лирика на лирике, его стакан наполовину полон и наполовину пуст. Его идеи превращаются в терновый куст. Это олдскульный бит и олдскульный флоу. Но здесь нету речи о цепях и шоу. На странности повсюду, также и в творце. Сердце напоминает полный листок на окровавленном ларце. Карандаш в руке, блокнот на полке где-то рядом. Он уже на общественном крюке. Вниз падает снарядом. Он сидит в темной комнате, пытаясь найти свет. Рубин отображая, врезаясь в честь и марафет. Попытки создать то, что изменит все вокруг. Обрывки защищать. То, что уничтожил сам, оставив лут. Кидаю творец рюкзак с обрыва, падая прямо вниз. Запах крови, океанский бриз. Его эпизод закончен, но все идет сначала. Другая история нового идеала. Скрипка разбита, но играет флейта. Начинается свой сюжет. Творец забывает, где он.